Всем здравствуйте! Приветствую вас на моем канале «Мода и красота». Модные стрижки 2021 для кудрявых волос. Если вы устали бороться с непокорными волосами, то стилисты советуют не мучить себя и свои волосы, а сделать подходящую стрижку. Стрижка «Боб» популярна среди женщин с любой фактурой волос. Обратите внимание, как преобразился женский образ после бесформенной массы волос. На верхней картинке стрижка выполнена в невысокой градуировке, в более классическом варианте. На нижней картинке затылочная зона выполнена в вертикальной градуировке, которая позволяет создать дополнительный объем в зоне верхнего затылка – макушка. Многослойные стрижки помогут убрать ненужный объем в нижних зонах головы, который искажает весь образ. Каскадная стрижка визуально круглой формы, но в технике исполнения оттяжка пряди на височных зонах происходит в сторону затылочной секции, контрольная прядь за ушком для того, чтобы сохранить длину и не испортить будущую форму прически. Стрижка пикси характеризуется массивной и объемной коммерческой зоной у лица, текстуры на верхней зоне и макушке, плавные или вычурные переходы. Изюминку такой стрижки могут придать геометрические линии по окантовке, выбритые височные зоны с четкими контурами или несведенные линии переходов в секции челки и висков.